самосвальный полуприцеп с задним свалом. Крепление полностью откидывается, задний борт. Чем интересна позиция, это тем, что здесь по бокам сделаны также лючки клапана под зерно. То есть на нем можно самостоятельно опрокидывать назад, левая сторона тоже сделана. Либо можно заезжать на элеватор, где разгружаются непосредственно зерновозы. Усиленный профиль борта, можно будет также перевозить песок, щебенку. Вот фронтальный гидроцилиндр с обратным штоком. Градус подъема там порядка 38 градусов. Пневматическая подвеска, первая ось подъемная.